то, что у нас сейчас вода маленько упала, за выходные подмыло. Сейчас мы уравняем площадку, чтобы был нормальный проезд. Сейчас рабочие даже ваши говорят, что мост был установлен преждевременно, что вода очень высокая. Это да, действительно так? Да, да, вода большая. А выход из этой ситуации, то есть понтон, тоже есть версия, что нужен просто длиннее понтон, что не хватает звеньев у него. Он есть, но где его взять? Это все на уровне администрации нужно решать. Мы здесь никаким образом. Дополнительные звенья, они бы действительно решили эту ситуацию, да? Ну, если он где-то, если они его найдут где-то у нас в районе, это же надо искать хотя бы еще пару секций.